Всем привет! Вы на канале Софичка! Что мы будем делать сегодня? Играть в электровикторину! Аккуратненько. Вот у нас игра. Называется электровикторина. Уже первая есть, только там нам надо найти первую. А вот она. Она состоит из 8 картинок. У нас вот такие вот картинки есть. Вся суть заключается в том, что вот сюда мы вставляем батареечку. У нас есть проводки. У нас есть уже батарея. Да, мы уже вставили батареечки. Пока картинки мы уберем, потом их покажем. А вот. Теперь мы играем. Сейчас объясним суть этой игры. У нас есть два контакта. Давай объясним. Что надо делать? Вот, смотрите. Градусник доктором. Получилось? Да, правильно. Давай теперь так. Один мне... Один тебе. И так, правильно? Вот, смотри, еще. Вот кружка. Хорошо. Так, вот мой контакт, вот твой контакт. Держи. Так, вот у нас есть пират. Пират к чему подходит? Под корабль. Корабль? Нет, это не корабль почему-то. А, я не туда. Подожди. Туда. Все правильно. Так. Правильно, пират. Теперь ты мне его загадываешь. Нет, ты с той стороны, вот отсюда. Ладно, корзина. Корзина. К чему может подойти? Я к тебе загадываю. Я понимаю, что ты мне позагадываешь. Корзина. Может, к ёлке? Подержи корзину. Держи нормально тут. Контакт. Не ёлка. Дед Мороз ёлкой вообще-то. Ну да, правильно, только я вот не могу найти корзину. Подожди, что к корзине может подойти? Вот, давай пробуем с грибами. Не видно лампочки. Вот, давай. Да, точно, теперь я загадываю. Так, у нас есть краски. Что к краскам подходит? Кисточка, я уже это говорю, я уже это знаю. Краски. Да, все правильно. Подожди, надо аккуратненько просто, вот смотри. Вот у нас кисточка, вот краски. Видишь, загорается сразу, да? Так, теперь я. Что мы берем? А, нет, ты сейчас, давай. Ты я. Давай один мне, один тебе. И возьми нормально... Обезьяна. Обезьяна чи-чи-чи продавала кирпичи. Нет, давай не обезьяна. Не, ну давай обезьяна. Я... Компьютер. А, ладно, хорошо, компьютер. К чему же может подойти компьютер? Я знаю, к мышке. Давай смотреть. Мышка? Есть. Вот так возьми, пожалуйста. Так, вот так. Теперь я. Вот так. Давай маска. Вот. Маску хочу ласты. Попробуй. Ласты. Маска. Где это? Запуталась в проводах. Все правильно. Теперь ты. Обезьяна может... А, нет, не делали. А что мы с обезьяной можем подойти? Может, какая-нибудь пальма есть? Банан! Точно, спасибо. Банан любит обезьяна. Точно. Давай теперь я. Давай полицейская машина. Полицейская. Я машина с полицейским. Все правильно. Теперь ты. Ну, выбирай что-нибудь. Вот. Зубная паста. Вот чем стрела. А, стрела. 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 Я знаю, что с луком подойдет. Лук и... Да, загорается. Все. Да. Отлично. Песок. Ну, что-то моя очередь. Ну, ладно, песок. Песок подойдет. Подойдет. Чем? Покажи. А я догадываюсь, наверное. Стоп. Убери, пожалуйста, ручку. Поставь вон к лопатке. Песок. Нет. А давай попробуй к маске. А, не, маска. Ну, а чем еще? Ты не заслоняй, ты так не ложись. Я же ничего не вижу. Нет. Что это может быть? Песок. Что там еще есть? Лопата почему-то не подходит. Это чупакабра.
Знаю. Вот ты любишь мне туда. Давай нет, давай еще раз попробуем лопату. Мне кажется, лопата. Лопата. Лопата и песок. Нет, вообще-то лопата и собака. Как лоточек будем убирать? Нет, собака и косточка. Песок, ты говоришь. Что я сказала? Давай попробуем чупакабра этой. Чупакабра. Давай, где чупакабра? А, песок, чупакабра. Нет, у нас зоопарка, мы не знаем, с чем песок. С лопатой надо только листик поправить, может быть. Давай попробуем, потому что что-то странное. Нет, только все остальное идет, подожди. Давай. Нет. Подожди, что ж тогда можно? Я так загадала, что папе неизвестно. Проверьте, может, батарейка села. Ну все другое работает. Ну вот смотри, косточка собака. Все работает. Угу. Так, давай песок и пират попробуем. Не подходит. Нет, ну пират. Корабль, пират. Так, ладно, давай пока песок оставим. Давай мед возьмем. Еще мед может подойти. Песок, блин. Молоко нет, ключ нет. А, давай попробуем, слушай, давай попробуем песок и ваза. И чашка. Здесь ваза. Ну, может, и сделать из песка. Ну, прям. Ложка, блин, так, палки. Что, два песок и паук. Нет. Песок и ребенок. Нет. Песок и ноты. Нет. Песок и грибы. Песок нет. И банан, песок и жук. Нет. Сейчас уже, блин, все наугад. Смотри, может, это загорится. Нет. Походу, какой-то глюк. Да, наверное. Наверное, глюк. Так, давай тогда другое. Все. Нет! Ну что нет? Мед с чем? Мед? Мед с пчелой. Нажимай. Вот, все работает. Давай про песка еще. Давай другое. Песок, походу, у нас замкнуло что-то. Нет, песок. 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 Песок, 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 песок. Ну как песок, если ничего не подходит, София? Давайте песок с лыжами смотрим. Нет, давай вот, волшебная палочка, с чем подойдет? Точно. А смотри, пап. Фокус-крокус. С кем? Тра-ля-ля. С девочкой? С феей. А, ну да, волшебная палочка. Фокус-крокус, тра-ля-ля. Так, хорошо, давай теперь еще. А давай, а с чем подойдет зонт? Вот ты мне вечно что-то сложное загадываешь. Чем вот этот зонт? Давай с водой. Сядь, пожалуйста, нормально. Точно. Сядь нормально и будем падать. А с чем машина подойдет? С рулем. Все работает. А с чем подойдет? Так ты гадай, что я? Что я гадаю? Вот, вот давай очереди? Ты теперь, солнце. Давай ты. Нет, все, давай ты. Теперь. Нет, кто подойдет с солнцем. Вынь палец. Песоки. София, ты убегаешь из-за стола. Сядь, пожалуйста. Скоро твои подписчики тебя потеряют. Уже потеряли. Ты куда, София? А, да, папа гадает. София сбежала. Ну все, мы тогда всем до свидания говорим. Твои подписчики, подожди. Я тут запуталась. Говори, ходила я тут. Ну что, на сегодня, наверное, все? Говори всем пока, скоро новое видео. До свидания. Ну и понравилась игра? Всем пока и поставьте лайк. До свидания. Игра понравилась и больше прятаться понравилось. Все, подписывайтесь на канал. Всем пока. Подписывайтесь.